Как приятно, что сегодня столько друзей у наших появилось юных артистов, настоящих больших звезд. И сколько стремлений развиваться, расти и догонять больших. Ну а с кем можно сравнить маму? Со сказочной королевой, доброй феей, с волшебницей. И все потому, что мама, именно мама, на удивление может исполнить любую детскую мечту. Друзья, следующая мама-победительница исполняет мечты не только своей дочки и уже повзрослевшего сына, но и мечты многих детей посредством телевидения. Номинация «Мама теледива». И эту премию вручает известный папа не менее известного сына. Народный артист Болгарии, народный артист России, отец певца, актера, народного артиста России Филиппа Киркорова. Петрос Киркоров! Петрос, насколько честный человек, он говорит: я еще не народный, но вас любит народ, поэтому признание всего зала! Итак, победительница, мама теледива, генеральный директор телеканалов Russian Music Box, Music Box Gold, академик Российской национальной телевизионной премии, обладатель премии «Семья года», «Успех года», мама двоих детей, Наталья Полинова! Наталья Владимировна! Я хочу исправить, ребята. Я не народный артист Болгарии, я 55 лет живу в России. Я народный артист России. Ура! Отношения Болгарии ничего не имеют. Кроме того, что я родился в этой прекрасной стране и на советской эстраде дал такого прекрасного своего заменителя. Это мой сын. Так что мне очень приятно присутствовать сегодня, как говорится, от корабля на бал. Я только что приехал. И сразу туда к вам. Мне очень приятно, что существует вот такая премия «Мама». Это человек, который мы произносим первое слово, что «Мама». Это очень-очень хорошее признание. Добрый путь вам. Я не знаю, с какой год уже празднуете этот праздник. Первый раз сегодня. Раз. Первая премия. Поздравляю! Которую отметили меня, и спасибо большое вам за то, что вы сегодня мне вручили ее. Я хочу сказать, что, наверное, пока жива мама, ты чувствуешь себя ребенком, и ты остаешься ребенком. Я хочу, чтобы все мамы были здоровы, никогда не умирали, жили долго-долго и счастливо. А эту награду я хочу вручить своей мамочке, она сейчас сидит. Я знаю, что она в зале. Леночка! Твоя жизнь, мама, я тебя очень сильно люблю. Ваши аплодисменты!